Куда я? Пойди не иду, а ты куда идешь? Вы идешь, куда я иду? Куда едешь ты? Той стороны? Моё говно, ты изначально от меня мозг там ебал. А кто там Джеймс в Нью-Йорке уже лег спать, у них там полвторого ночи. Вот это туда вот, блядь, встань и пропусти меня. Радио Максимум ВКонтакте на Фейсбуке. Говорим сегодня про изобретение, что изобрели наши самые крутые креативные слушатели Радио Максимум. Наташа Николяш пишет: мама гордится походной группой. Козел ты, блядь, сраный, блядь. Я сейчас, блядь, уебу тебя в бампер, блядь. Будешь пешком нахуй ходить. Гондон ты сраный, блядь. Шалава ебаная, блядь. Давай, блядь, езжай нахуй. При укладке плитки пишет Дэн Симонов. Пидорас, блядь. Или Симанов. А точнее, уже при нанесении затирки палочкой от эскимо проводил по шву. Получается, шов одинаковый квартире. Сейчас я не уеду, не бойся, блядь. Ты себя в интернете сегодня увидишь, блядь. Все заснято, нахуй. Рожа твоя и номер, блядь. Так что закрой чмо ебало свое, блядь. Проститут. Call me on my cell phone. Finally started brimming them with Old Bay. Their beers? Yeah. And? It tastes like you're drinking beer with Old Bay. But I don't think it's really that good. They're just kind of obsessed with it because they're all stupid in Maryland. But it kind of makes me think of this guy. Like, did somebody tell him to do?
Чё, мудак, что ли? И чё, блядь? Регистратор нужен? Это вот как-то требует пояснений, уточнений вот, на личном примере, потому что 25 тысяч, ну это серьезная сумма. Тем более, когда у тебя не один бэбик, а там еще семеро по лавкам. Они должны быть образованными людьми, они, если они хотят... Да по какой полосе то шо? Это безусловно, мне очень созвучна ваша логика. Единственное, я как бы делаю небольшую скидку и все-таки возвращаюсь к мысли о том, что Дмитрий говорил о 90-х, когда это был вообще полнейший беспредел. Вы вспомните. Я помню, в моей школе тоже было. Вот идешь там с мешком со сменкой, например. Там могли там в средней встречи уже так немножко. Прекрасно, вы поймите, сколько много вот таких. Таких бурных парней выросло потом, ну, таких достаточно, ну, с малых.